Семья Марусяк со спортом на ты. Лариса Анатольевна – учитель физической культуры. Рассказывает, что тренировки – неотъемлемая часть ее жизни еще со школьной скамьи. В 2014 году, когда программа спортивной подготовки возродилась, Лариса Марусяк получила золотой знак ГТО. В марте 2023 года произошли нововведения, изменились ступени, соответственно. Я сейчас оказалась в другой ступени, и поэтому я решила... Вместе со своими учащимися я тоже пошла сдавать и показать, что, может быть, даже показать пример. Я это могу, я с этим справлюсь. Соответственно, и это тоже для них как бы стимул был, да, если учитель вместе с ними на одной беговой дорожке. Вместе с Ларисой Марусяк продемонстрировала свою физическую подготовку и получила знак ГТО внучка Алина. Девочка тоже любит спорт. Она уже 5 лет увлекается черлидингом. Не совсем легко пробежать 1 километр. Отжимания – это легко для меня, плюс качать – это легко. В зале школьники из разных образовательных учреждений Химок. Каждый показал высокие результаты. Многие ученики живут спортом. С давних времен. Всем известно, что спорт – это главный способ сохранения здоровья и долголетия. В Химках вручать знаки ГТО в торжественной обстановке – традиция. В этот раз на церемонии награждения отметили более 70 учеников школ. Сегодня все больше молодежи погружаются в спорт. Тем более, что в городском округе созданы комфортные условия. Наш город спорта имеет массу спортивных школ, профессиональных клубов, прекрасные спортивные сооружения. Говорить можно много. То есть и глава, и совет депутатов колоссальное уделяют внимание именно в этом направлении. Быстрее, выше, сильнее. Все, кто сдают нормы ГТО, признаются, со спортом они шагают по жизни. Отличная физическая подготовка – это залог крепкого здоровья и положительных эмоций. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.